хочешь знать, откуда эти шрамы? Мой папаша был алкаш и изверг. И однажды он взбесился как-то больше обычного. Мамочка схватила кухонный нож, чтобы себя защитить, но папочке это не понравилось. И вот, у меня на глазах, он ее зарезал. Хохотал, как сумасшедший. Потом повернулся и говорит: «Чего ты такой серьезный, сынок?» Он шел на меня с ножом. «Чего ты такой серьезный, сынок?» Он вставил мне лезвие в рот. «Давай-ка мы тебя нарисуем улыбку». И... Чё ты такой серьезный?